Здравствуйте, господа и дамы. Начинаем сегодняшнюю трансляцию, которая называется «Поучительные идеи. Эзотерический вебинар Андрея Дуйко» за 22 число 09/2023 года. И сразу же хочу, чтобы вы обратили внимание на вот такое изображение, которое здесь указано. Это приглашение поучаствовать в марафоне, которое связано со здоровьем, который я буду в скором времени проводить. Обязательно приходите на мой марафон. Чем он будет интересен? Помимо того, что я буду индивидуально работать с каждым человеком и с каждым человеком устранять проблемы, которые связаны со здоровьем, также я буду обучать во время этого проведения данного марафона тому, как необходимо помогать себе, окружающим людям, что это такое быть целителем, как исцелять. И все эти методы мы постараемся совместно применить и совместно в дальнейшем использовать. Конечно же, человек способен сам себя восстанавливать. У человека есть ресурсы восстанавливать свой организм. И эти ресурсы, как и все ресурсы, которые, возможно, могут помочь человеку восстановить себя внутри, находятся в нашем сознании и в нашем душе. Просто человек в большинстве своем о них не знает, но помочь человеку возможно, если открыть ему определенные тайны. А так получается, человек рожден, а руководство к эксплуатации ему не выдается. Вот и приходится в дальнейшем, когда появляется заболевание, страдать от того, что где-то болит и что-то происходит не так. Помимо прочего, во время проведения марафона я буду работать еще и с вашими структурами, которые приводят вас к тому, что у вас невезение, финансовое, семейное, какое-либо еще. То есть одна из задач моего марафона заключается в том, чтобы сделать человека счастливым, но на первое место прежде всего я буду ставить вопросы, которые связаны со здоровьем, даже с привычками, и работать я буду не только с вами, а еще и через вас, с вашими близкими, включая детей и так далее. В случае, если вы уже знакомы с тем, с эффективностью моей работы, а многие уже познакомились с этой эффективностью, когда проходили мои бесплатные выложенные мной семинары, которые выглядят как «уберу вашу боль» или «устраню боль из позвоночника за одну минуту» и так далее. Этой информации достаточно много. И вы уже знаете, насколько это все эффективно, особенно те люди, которые столкнулись уже с работой, с персональной работой со мной, и могут смело сказать о том, насколько это эффективно действует. То, что мы сделаем, феноменально, уникально, и я уверен на 100%, что не останется ни одного человека, который будет в этом разочарован. Так что приходите, записывайтесь, и будем вместе вам помогать. Наблюдение Монозе. Здравствуйте все, здравствуйте, Монозе. Нелли Абармина. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как мне помочь моему сыну? Если бы я знал, в чем проблема, я бы вам подсказал. Романчук, здравствуйте. Вообще, как помогать своим детям? Складываете руки вот таким образом и произносите каждое утро и вечер. Ты мой сыночек, мой любимый. Представляете, будто вы его видите, гладите, держите его за ножки, гладите, как будто он маленький, и произносите: пусть все двери перед тобой откроются, пусть ты выздоровеешь, пусть, и начинайте, это называется методом вымаливания. Используйте, но чем больше вы будете чувствовать по отношению к ребенку доброты, тем больше, эффективнее будет такое влияние ваше. Романчук. Здравствуйте, учитель, ученица ваша уже несколько лет. Вопрос личного характера. Так, вы ответили на вопрос, буду ли я с человеком, которого люблю, и сказали да, но он перестал общаться со мной, как мне быть? Ага, очень хороший вопрос, у меня есть на него ответ. Когда человек спрашивает или задает вопрос, то он задает вопрос приблизительно так. Буду ли я счастлив? Вы мне задали вопрос, он был вот таким. Буду ли я счастлива с человеком, которого люблю? Конечно, я и сейчас считаю, что вы будете счастливы с человеком, которого люблю. А почему же тот человек, которого вы любите, ушел от вас? А все дело заключается в том, что данный человек, скорее всего, использовал магические приемы или ментальные приемы для того, чтобы с вами жить или с вами переспать или что-то с вами сделать. На самом деле,
то, что у вас воспылало к этому человеку любовь, исключительно связано с тем, что, скорее всего, были использованы какие-либо магические способы у этого человека. Поэтому в случае, если этот человек с вами не общается, то вам необходимо просто расслабиться, не особо об этом думать. Но я вам прямо утверждаю, с тем человеком, которого вы будете любить, вы 100% будете жить. Человек, которого любишь, и если любовь взаимная, с этим человеком можно прожить, и жизнь будет счастливая. Если любишь человека, то человек не бросает другого человека. И несколько слов об этом. Почему у женщины не получается выйти замуж? Вы должны знать, что одна из философских идей замужества заключается в том, чтобы, как говорят в народе, быть замужем. А что такое быть замужем? Быть замужем — это быть тем человеком, который осознанно перекладывает заботу о себе на плечи другого человека. То есть находясь как бы за мужем. Когда женщина хочет замуж, то она должна рассмотреть свое поведение, в котором должно присутствовать желание переложить свои заботы на плечи другого человека. Именно поэтому в случае, если вы настроены на то, чтобы решать все свои вопросы самостоятельно, зарабатывать деньги самостоятельно, там, обеспечивать себя самостоятельно, обеспечивать других самостоятельно и так далее. То есть вы уже являетесь человеком, который за кем-то. То есть вы, скорее всего, замужем за своей самостоятельностью. Именно поэтому для того, чтобы начать отношения и выйти замуж, обязательно в тот момент, когда начнете с кем-либо встречаться, в случае, если это начало происходить и происходит, то старайтесь человека, с которым вы встречаетесь, обязать или озаботить собой. Каким образом это делается? Там, просите его подвести, просите его забирать, просите его помочь, просите его там, стать рядом, если готовите, просите его заботиться, перекладывайте заботу о себе на плечи этого человека. Главное, чтобы это не была забота только финансовая, а вы во всем остальном заботитесь. Нет, забота должна быть и, помимо всего прочего, такой: принеси мне полотенце или принеси мне туалетную бумагу, там, купи продуктов домой, давай вместе приготовим. Там, забота должна быть, и ваша задача максимально перекладывать заботу этому человеку на плечи, и в случае, если вы будете это делать, а в случае, если у вас есть дети, то перекладывайте заботу об этих детях тоже на этого человека. Таким образом, в случае, если вы сосредоточены на том, чтобы найти человека, на которого можно переложить свои заботы, и готовы это с этим поделиться осознанно, то у вас все получится. У меня была подружка, она до сих пор не замужем, и она очень хорошо зарабатывает, у нее бизнес ювелирный, она оптом торгует драгоценностями, и она ни в Украине, ни в России находится, и когда она начала ко мне обращаться, она все время говорит: Андрей Андреевич, почему я не могу выйти замуж? Я говорю: потому что ты ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, у тебя, ты содержишь сотрудников, содержишь бизнес, содержишь детей, содержишь маму, содержишь еще кого-то, ты обо всех заботишься и стараешься делать это постоянно. Ты даже когда с мужчиной начинаешь встречаться, то первое, что ты делаешь, начинаешь заботиться об этом человеке. А ты должна знать, что быть замужем — это значит переложить свои заботы на плечи этому человеку. Вот где-то вот так это все происходит. Не знаете, поняли? Не знаю, поняли вы меня или нет. Вот интересный вопрос такой был на прошлом вебинаре, я не успел на него ответить. Он звучал так: Андрей Андреевич, в чем заключается основной элемент человеческого счастья? Как ни странно, это звучит приблизительно так. Основной элемент человеческого счастья заключается в том, чтобы человек научился прощению. И здесь одна из ошибок, которая свойственна данному человечеству. Она заключается вот в чем. Человеческий род или род людей готов прощать всех абсолютно, кто их не любит, и готов обижаться бесконечно на тех, кто их любит. И это такая особенность. Очень часто я вижу семьи, где женщины или мужчины обижаются. И потом эти мужчины и женщины готовы прощать на улице тем, кто им хамит, их кидает, обзывает, обманывает, убивает и так далее. Вы смотрите, как переориентирован человеческий мир. Мы готовы обижать и мы готовы простить тех людей, которые нас не любят,
и готовы обижать тех людей, которые нас обожают. Вы слышите, да? А ведь близкие люди, они самые родные, и именно эти люди являются теми людьми, которых нужно прощать с легкостью, легко и просто. Но мы готовы прощать тех, кто нас кидает на деньги, тех, кто нас оскорбляет, тех, кто нас критикует. Видите, как все переориентировано неправильно. Знаете, говорят, но Бог же сказал, ну так начните с близких. Получается, обижаться и не прощать близких, это нормально? А прощать людей на улице, это Бог сказал. Так Бог, может, сказал, и нужно начинать с себя, со своих близких. Очень часто так происходит, что человек недоумевает. Он говорит, почему так происходит, что в этом мире у меня нет денег? Почему так происходит? Я хочу вам дать совет. Помните, я когда-то говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги. И человек говорит, о, супер, так это же хорошо, я начну делать для людей что-нибудь хорошее, помогать людям, давать что-то людям или еще что-либо делать. А теперь смотрите, кто рядом с вами находится. Рядом с вашим сердцем находятся те люди, которые с вами живут под одной крышей. Это свекруха, мама, теща, я не знаю, там дочка, сын, жена, близкие люди. То есть кто-то же с вами находится. А они ближе к вам или нет? Конечно же, они ближе. Они прям рядом с вашим сердцем находятся. То есть ближе, чем ваша жена для вас, или ближе, чем ваш ребенок для вас, или ближе, чем ваша свекруха или теща, нет никого. И в этот момент человек говорит, о, Дуйко сказал, куда течет любовь, туда текут и деньги. Буду делать что-то хорошее для людей, люди будут ко мне хорошо относиться, любовь будет течь ко мне. Но в этот момент вы запросто дома оскорбляете близких, критикуете, не так одета, не так выглядишь, придурок, идиот, пошел. И начинаются маты, начинаются претензии, маты, критика, ругань и так далее. И человек, который рядом находится, он вместо того, чтобы быть тем человеком, куда будет течь любовь, он становится самой крупной или самым крупным заслоном, таким булыжником или камнем, который закрывает возможности ваши. То есть любовь или проявление любви по отношению к людям, которые находятся на улице или живут на улице, которые, ну, живут в другом мире, то есть для них вы что-то делаете, перед ними выступаете, они в вашу сторону начинают излучать любовь, по идее это должно прийти к вам вместе с материальным благополучием, а дома находятся люди, которые вас не любят, которые вас не уважают, не обожают, для вас ничего делать не хотят, вы для них не хотите, вы их ненавидите и так далее. И булыжник закрывает ваше сердце. Тогда что бы вы ни делали для окружающего мира, ничего не будет происходить. Кстати, как работают мантры? Объясняю. Смотрите, мантра звучит так. Сья, дат, хедана, джини, грини, сарварта, садхани, шашина, лага, шимана, наша, ситина, ту мантра, падай, сваха. Это мантра денег. Что она обозначает и как она переводится? Она буквально звучит так. Пусть люди будут счастливы, пусть у каждого будет счастье, пусть я каждому желаю любви, я каждому желаю благополучия. Как это работает? Там считается, что если ты пожелал большому количеству людей счастья и сделал это искренне, то тогда в твою сторону, значит, ты сделал для них пожелание, тогда в твою сторону начнет течь. И люди говорят, надо же, начал вот такую мантру читать, а вместо того, чтобы деньги у меня появились, начало происходить совсем иначе. То есть вместо того, чтобы деньги появились, начало происходить так, что хуже и хуже с деньгами, дома ругаемся и так далее. Так с чего нужно начинать? Объясняю. Да вы сами знаете, с чего тогда нужно начинать, с чего необходимо начинать. А вот с чего. Нужно садиться рядом с человеком, который... Вы должны знать, есть табу. Оно звучит так. Неважно, любишь ты человека или нет, который рядом с тобой живет. Неважно, нравится он тебе или не нравится, ты живешь с ним под одной крышей. Убеди себя, сядь рядом с этим человеком, начни гладить этого человека, старайся максимально делать что-то для этого человека. Украшай дом, создавай чувства и делай все для того, чтобы этот человек сделал вибрацию или создал вибрацию, в которой он будет тебя любить. Откройте эти ворота материального благополучия в свою сторону вот таким образом. Понимаете? Вот так это все устроено. Конечно, как жить с человеком, который круглосуточно обижается, круглосуточно всех критикует, круглосуточно всех ругает, круглосуточно, ну так откуда деньги возьмутся?
Опять-таки люди могут мне сказать: Андрей Андреевич, так что люди, которые там владельцы газет, заводов, пароходов и так далее. Я хочу вам сказать, не путайте Божье с праведным. Существуют еще люди такие, которые умудрились за счет того, что они там были близки к власти, за счет того, что они были чьими-то детьми и еще что-то, они попали во власть. И там они просто воруют деньги, делят их между собой, и там, вокруг них создаются вот такие вот люди, которые рядом с ними начинают жить. Это никак не связано ни с духовностью, ни с материальным благополучием, ни с чем. То есть это просто так карма устроена, и они богаты за счет того, что они кармически попали вот в эту струю. А для обычных людей то, о чем я говорю, это очень важно. Человек говорит: но я же в церковь хожу, я же добрый человек. Тогда что ты дома злишься, что ты дома кидаешься на людей, что ты обижаешься, что ты критикуешь тогда? Любишь — люби. Знаете, весь мир сейчас, он устроен по принципу... обезбоживание и обухотворенность. Обезбоженные, обухотворенные лежат перед телевизорами штабелями. Вот как это все выглядит. И после этого обухотворенные и обезбоженные хотят, чтобы еще при этом критикуют, ругаются, злятся, выплескивают ушаты всякой гадости на совершенно других людей, при этом считают себя самыми нужными, самыми умными, самыми гениальными, самыми имени меня, в честь меня, для меня и так далее. Ну вот как-то так это все выглядит. Но хотел бы сказать, что в этом мире потерян элемент такой, когда, получается, близких мы не обожаем и ругаем, а те, кто дальше нас начинает обижать, то мы их прощаем, любим в дальнейшем, молимся за них. А надо ли это делать? Нет. Этот мир устроен по принципу, где все живые существа объединены между собой некой системой, которая называется общая энергоинформационная ментальная система. Или по-другому — ментальная сеть Земли. Там находится вся информация о каждом человеке. Вот в этой ментальной сети находится информация о человеке, которая позволяет этого человека идентифицировать как несчастного, хорошего или плохого, или там дурачка, или еще что-то. Вот смотрите, есть один человек, он киданул 1000 человек. Ему все простили. И в дальнейшем он запросто кидает всех остальных. То есть интуиция рядом с этим человеком не срабатывает, отношения не меняются и так далее. Именно поэтому я часто говорю, если человек подлец, если человек вас обманул, то обязательно используйте и маркируйте этого человека как подлеца. Садитесь и говорите: вот этот человек, он подлец, он негодяй, он меня киданул, этот человек подлец и негодяй. Говорите это не кому-то, говорите это себе, думая об этом человеке. То есть, когда будет у вас идея, и вы хоть раз вспомните об этом человеке, скажите: подлец, негодяй, сволочь, аферист. Таким образом, маркируйте таких людей. Делайте это в случае, если этот человек заслужил. В случае, если не заслужил, не занимайтесь черной магией, потому что если человек чист, то все плохое, что вы скажете этому человеку, маркирует вас. Очень часто, когда люди пишут гадости кому-то: а ты сволочь, негодяй, там, тупой, тупица, урод, там, дебил и так далее. Вы маркируете себя, не занимайтесь этим, потому что эти маркеры, они лягут на вас. И в общем божественном поле Земли вы маркируете себя, когда осуждаете кого-то, не зная об этом. То есть, когда человек говорит: я имею право сказать, что этот человек негодяй, но он мне ничего не сделал. С чего вы взяли, что вы имеете право это делать? Вы же себя маркируете. А потом: откуда болезни? А почему это произошло? А что же вообще произошло? И так далее. Ну вот, интересно получилось, кстати. Поучительная идея. О, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Рима Смирнова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Скажите, все защитные мантры читать? Ваджр нужно держать в правой руке? Нет, не нужно. Ваджр — это не обязательно. И мантры все равно где четки держать. И четки все равно какие. Если я раньше считал, что четки должны быть там с хвостиком и так далее, все это ерунда абсолютная. Четки могут просто быть просто шариками без ничего. Это не принципиально.
Зачем четкие? Они дисциплинируют человека. То есть так ты сядешь и прочитаешь 10 раз и устанешь. А так ты сядешь с этими четками и прочитаешь круг четок, а там 108 бусин. Ну вот так мы себя дисциплинируем. Могут ли четкие быть энергетически сильны? Да. Розалия Халиулина. Ага. У меня день рождения 10.01.1961. Если повернуть вверх ногами цифры, 16.91.1961, 10.01. Ага, если повернуть вверх ногами цифры, получается то же самое. Ну да. Какой-то перевертыш, как и моя жизнь. Хотела услышать ваше мнение. Вы о том, какие у вас цифры, это не имеет значения. Но хочу вам сказать. В случае, если посчитать ваши цифры, 1 плюс 1 это 2, 2 плюс 1 3, 3 плюс 9 6 плюс 1, получается все вместе единичка. И в случае, если взять и вы единичка, то я могу сказать, и это всем будет полезно. Смотрите, посчитайте свои цифры. И я хочу вам сказать тайна эзотерическая, нумерологическая, которая выглядит так. Абсолютное счастье человек достигнет только в том случае, если он связывает свою жизнь с человеком, где его цифры дополняются с... Его цифры дополняются с вашими цифрами. Допустим, если у вас единица, то вы максимально счастливыми можете быть, в случае, если рядом будет с вами жить человек, у которого восьмерка. То есть, если все прибавить, должна быть девятка. Таким образом, но можно ли это как-то изменить? Допустим, можно изменить. Вот вы живете в семье, и у вас есть дочь, которая с вами живет, там еще кто-то, кто живет, еще кто-то, кто живет. И вы можете посчитать всех вместе. Если у вас все вместе, при соединении всех вместе получается цифра, допустим, семерка, то вы должны двойку для себя нарисовать и носить ее на себе в виде талисмана. Для того, чтобы и всем в семье нарисовать двойки и носить ее как талисман вашей семьи. То есть нарисовать пентакль шестиконечный или шестиконечную звезду и в ней нарисовать цифру, которая вам соответствует. Или второй вариант. Вы, допустим, не живете с мужчиной и вы единичка. Тогда вам необходимо в шестиконечной звезде нарисовать цифру 8, начать ее на себе носить, и тогда ваша жизнь полностью изменится, и она будет счастливой. Надеюсь, вам было интересно. Отвечаю только на один вопрос. Так что у вас, Розалия, два вопроса, на один не отвечаю. Татьяна Федорова, добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, можно выходить замуж в високосном году? Да. Какие даты выбрать? Май хорошо, и в мае хорошо 1, 9 и 10. Июнь тоже 1. И 7 июля, конец июля с 20 числа. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, в какую лучшую сторону построить дом так, чтобы можно было разместить в пруду? А, построить дом. Что? И дальше вопрос. Что можно разместить в пруду и какое значение имеет размещение лягушек? Лягушки в пруду устраняют зависть других людей, поэтому лягушки в пруду нужны. Второе. В случае, если разместить дом таким образом, чтобы входная дверь шла на север, то тогда, сейчас я вам скажу точно, если в этом году размещать дом, сейчас, Siri, компас. В этом году лицо дома должно выходить на 110 или развернуто на 110 градусов. 110 градусов. 110 градусов восточной широты и в противоположность. Да, 110 градусов восточной широты, в противоположность к 330-323 градусов
северо-западной стороны. То есть заходить, ваш выход, он должен быть на 110 градусов восточной широты. Вот так. Если строите в этом году, вот так и в следующем тоже. Марина Ревенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Внуку скоро 8 лет. У него стали моргать глаза. Это называется блефороспазм. Когда это одна из разновидностей фокальной дистонии, блефороспазм. Обычно, по моему мнению, это возникает на фоне высокого аммиака в крови. Чем необходимо лечить? У меня есть препарат инулактин, 1 чайная ложка на стакан воды, один раз в день. А также препарат называется ГАБА, тоже по одной таблетке два раза в день. И препарат, который называется Магнум-Цит-300, 1 чайная ложка на стакан воды, один или два раза в день. Если это принимать на протяжении, ну, хотя бы 2 месяцев, можно еще ГЕПАКС, 1 чайная ложка на стакан воды, туда же инулактин. Если так попринимать, то тогда все пройдет. Не верите мне? Сдайте анализ крови на аммиак в крови. Называется анализ уровень аммиака в сыворотке крови. И он однозначно вот на 100% будет повышен. Таким образом можно будет убрать нервный тик. Да не сдавайте, и так знаю, что он повышен. Я этих исследований провел 1000 штук. Аленушка, ух ты ж, какое имя. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, хочу в ноябре поехать на пару недель одна в Киев. Детей оставить в Германии со свекровью. Стоит мне ехать или я оставлять детей? Все хорошо будет? Да. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вам большое за бесценные знания. Пожалуйста. Наталья Короткова. Столько у всех вопросов, а ведь можно услышать не задав поучительное дело. А? Так хочется великого гуру слушать. Это вы обо мне, да? Приятно очень, да. Ну, конечно, а чё ж. Не великий чай, горы лича. Великий чай. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, есть эзотерический метод избавления от крыс? Травила через время снова размножаются, у соседей хозяйства кушают там, а живут у меня, очень сильно вредят. А у нас такая была проблема, связанная с крысами. Эзотерического нет, вы их ловить не сможете. А вот есть такое оборудование, которое от крыс. Оно создает специальный звук, включается в розетки. Действительно работает, действительно помогает, в розетке включается, крысы исчезают. Попробуйте найти, прям вот знаю это, только покупайте мощное такое. И во все розетки великолепно работает, их это раздражает, они потом на собак и кошек не действуют, а вот на них действуют. Попробуйте, не получится, напишите мне, я поубираю. Наталья Короткова. У меня сын в Казани, жена хочет с ним разводиться, есть маленькая дочь, он хочет все вернуть, бывший наркоман, зову домой в Сибирь, хочет быть там. Ну а я при чем? В чем вопрос? Алексей Басевской. Здравствуйте, учитель, посмотрите на картах. Стоит ли мне вести свой мотивационный влог, где я хочу показывать свой личный путь к успеху? Конечно, будет иметь популярность через 2-3 года. Принесет счастье, 100%. Андрей Ринкевичус, добрый вечер всем, спасибо. Юлия Булаткина и все участники, я вам дякую. Татьяна, здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, если невестка не общается со свекровью, как это влияет на ее семью? Если живут под одной крышей, плохо. Если не под одной крышей, нормально. Ничего страшного, что невестка не общается. Обычно так и происходит. Анжелика Яхмудинова. Здравствуйте, все участники. Здравствуйте. Елена Джакшева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, народ Кайлас, народ Индов. Здравствуйте. Так. Уважаемый Андрей Андреевич, все участники. Андрей Андреевич, хотел у вас попросить, хорошо ли иметь кошелек зеленого цвета? Кошелек покупала сама. Конечно, я очень часто говорю, что самый лучший кошелек — это кошелек зеленого цвета. Кошелек зеленого цвета приносит человеку в жизни успех. Есть ли у человека ценности в этом мире? Каждое человеческое существо тем ценит. Если сколько стоит человек? Человек ценен для Бога, и это связано с его чувствами. Чем больше радости создает и испытывает человек, тем он ценен. Человек теряет свою ценность,
И это обычно происходит так. Смотрите, когда человек живет, он делает так. И дети нравятся, там природа нравится, еще что-то. А потом, когда болезнь не появляется, то ничего не радует. Ни еда не радует, ничего не радует. Но я могу сказать, что одним из принципов выздоровления моего, вот конкретно в моей жизни, я болел очень тяжело, было мое понимание, вот когда ты болеешь и все плохо, то каждый день хуже, чем предыдущий. Тошнит, и болит, и ноги крутит, и ты на все злишься и так далее. Но потом, когда начало происходить выздоровление, и в один день я выпил таблетки, меня перестало тошнить, я начал говорить себе, надо же, жизнь прекрасная, меня не тошнит. И каждый день начал происходить какой-то нонсенс, мне начало что-то нравиться, снова начало нравиться. Вновь начала нравиться там погода, близкие, там, где я живу, начало что-то нравиться. И вот сейчас я понимаю, что как ценность моей жизни, когда мне ничего не нравилось, она снижалась. Но когда начинает что-то нравиться в жизни, то ценность увеличивается. У меня была интересная встреча такая с женщиной, которая из Грузии. Ее звали Мария, и я с ней разговаривал, ей было 100 сколько-то там лет, 107 или 110, это очень давно было, наверное, лет 20 назад. Я тогда не придал никакого значения этому разговору, а вот спустя годы я его вспомнил. И вот мы сидим, она на улице тоже сидит, курит, она курила, и я говорю, а сколько вам лет? Она говорит, ну мне уже 100, там, не помню, очень много. И она в таком хорошем самочувствии была, на улице сидела, и она говорит... А мне, я говорю, надо же, сегодня, наверное, дождь начнется, надо же, погода портится. Она говорит, а мне нравится хорошая погода, вообще такой теплый ветер, вообще так хорошо, приятно. Я говорю, а вот там еще что-то говорим. И она вот со всеми моими вопросами, она говорила, как бы начинаете со слова «мне нравится», «мне нравится», «а мне нравится». А мне нравится, что вы приехали. Там, я говорю, вот мы вам там мешаем. Она говорит, а мне нравится, что вы приехали. Новые люди, такие хорошие, молодые. Пусть у вас счастье будет. Я говорю, а там еще что-то. Она, а мне нравится. То есть вот она жила, и у нее, представляете, ее ценность жизни была огромная. Почему? Она жила, и ей нравилось. Вы знаете, если человек живет, ему нравится, то это увеличивает ценность жизни. Если ценность жизни высокая, то тогда человек будет жить. Если низкая, то не будет. А ценность жизни, она связана с человеческими чувствами. Если чувства яркие, если нравится, как ты живешь. Это же как бы само под собой подразумевает. Нравится жизнь, дают тебе возможность. Не нравится, заканчивают. Вера Виноград Чая. Спасибо за ваш труд, пожалуйста. Сергей Александрович Шинкаренко. Витаю, гуру Андре. Витаю, гуру Серге. Розалия Халиулина. Как заставить человека вернуть мне деньги? Не отдает 5 месяцев, большая сумма. Вы знаете, я обычно говорю такие слова. Вы заберите у него другим. Как я обучаю, напишите договор. На первой ступени школы Кавказ я обучаю, как забрать договор. Если мне быть должным, я заберу все у человека. Лучше мне не быть должным. Я денег не захочу у него забирать, я все остальное заберу. И счастье, и здоровье, и успех, и фортуну, все что угодно. Ох, лучше мне не быть должным. Виолетта. Общаюсь с Костей. Отлично. Это он мой будущий муж или нет? Почему я должен это писать? Дело в том, что вы мне очень сильно... сейчас я скажу. Вы не даете себе шанса. Когда вы задаете такой вопрос, то вы перекладываете ваше решение на плечи другого человека. Зачем человеку дана жизнь? Жизнь человеку дана для того, чтобы человек мог сделать выводы. То есть любое событие, которое происходит в жизни человека, оно в дальнейшем приводит к тому, что человек делает вывод. Вот там то-то, то-то не нравится, сделала вывод, с такими не встречаться. Заняла денег, меня киданули, ну значит я никогда больше деньги не буду занимать. Ну и так далее. То есть это выводы, которые человек делает. А это называется школа жизни. Вот смотрите, сколько прекрасных событий может быть.
там дарит цветы, постель, там интимные отношения, прикасается, обнимает и так далее. То есть если я сейчас скажу, нет, это не он, вы все, выгоняете его, и после этого на этом все закончено. А если он, то что, будете более открытыми для него? То есть вы вместо того, чтобы принять для себя решение, вот почему обычно женщина не начинает жить с мужчиной? Потому что он чувствует, что она не искренняя. А с чем это связано, неискренность? Дело в том, что вот как это все устроено. У меня есть две собаки, пуделя. Недавно Соня их приобрела, еще одна болонка. И одну вот эту пуделиху, она очень красивая, кстати, внешне. И ее, скорее всего, обижали прошлые хозяева. И она до сих пор никому не подходит, кроме Сони. Вот боится, как бы прикармливали ее, не прикармливали. Так же и в жизни женщины. Вот она так много раз обиделась на кого-то. Тот с ней переспал, бросил. Тот переспал, бросил. Этот не захотел. Да этот там еще что-то. И после этого она обиженная, она сжатая вся. И эта сжатость, она во всем. А потом мужчина начинает встречаться, кого он хочет. Он хочет такую женщину, которая будет доверять. Как эта пуделиха. Она красивая, ее хочу гладить, она не подходит. И это во всем. Так же и у мужчин с женщиной. То есть кого он хочет? Он хочет женщину, которая будет ему доверять, которая отдаст ему себя, которая отдаст постели, отдаст душу, отдаст деньги, отдаст желания, отдаст мотивации, отдаст, переложит на него весь груз своей жизни, заставит его в дальнейшем относиться к ней, как будто это ее, его ребенок. А здесь сжатость. И женщина говорит, я не хочу, а вдруг? Что с вами? А если завтра, вот такой вопрос, если завтра не произойдет? Вот если завтра не произойдет, что будет, если завтра не будет? Вон Пукин до сих пор говорит, как шарахнем там ядерной бомбой, весь мир в труху. Вот шарахнет все, конец. Тогда что, не жить сегодня, выгнать? Может завтра не будет-то? Может завтра сердечный приступ, вот такой рубец и... Живите так, чтобы было счастье. Есть человек, который любит, храните эту любовь. Хоть один день. Даже если бросит, то тогда вы сволочь или он? А вам-то что? Помылись, забыли и все. А он-то сволочь останется навсегда. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому не бойтесь жизни, живите. Как черепаха Тортилла, знаете, она же пела при Буратине «Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не впопад». Видите, это такая особенность нашей жизни. Чем человек, почему, как это стремиться к духовности? Стремиться к духовности – это стремиться к доброте. Что такое там, подходит, не подходит? Вы при чем? Вы проявляете доброту. Проявляйте доброту, стремитесь к доброте, будьте добрыми. То, что там кто-то какой-то, не такой, еще какой-то, это их проблемы. Вы будьте собой. Я добрый человек, меня это никак не поломало. Я добрый с самого детства и добрый по сей день. И при этом добрый, не дурак, имею там машины, бизнес и все остальное. Потому что есть другие духовные принципы этой жизни. Бывают другие недуховные принципы. Это когда отобрать, нахамить, убить, забрать, напасть, отжать, там, придумать схему, отмутить и так далее. Я этими принципами в жизни не занимался никогда. И никогда от этого не потерял. Я как раз отличаюсь тем, что я говорю, что существуют другие принципы успеха. И они существуют. А по поводу вашего там виолета, волос, глаз и единственного, мне не интересно это. Дмитрий, скажите, получится ли у меня с семьей переехать в другой город в этом году? Да. Сергей Александрович Шинкаренко, гуру Андре. Ну почему Андре? Якщо на українській мові, то гуру Андрій Андрійович, а не гуру Андре. Що за фігня? Гуру Серге Шинкаренко. Кожного дня слухаю ваші мантри. Дякую за вашу працю. Будь ласка. Дякую, не булькає. Дмитрий, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, получится у меня... Да, ответил уже.
Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, когда я смогу ходить и себя обслуживать 2 года после травмы? Чем можно мне помочь? Возьмите и сделайте так. От горла и черным фломастером от горла, от вот этого кадыка и вдоль всего тела, аж до половых органов, нарисуйте черным фломастером толстую черту. И ходите с ней. В тот момент, когда сотрется, еще раз рисуйте ее. И носите такую черную полоску на протяжении 1 года. Ходить начнете, обслуживать себя тоже. Вера Виноградчая. Можно сначала сына представлять маленьким, пока не появится тепло в груди, а потом говорить, ну, конечно, так и нужно. Дмитрий, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, получится с семьей переехать? А вы 3 раза одно и то же, то, чтобы я заметил. Ну, хорошо, понял. Будет еще вебинар с мантрами. Не знаю пока. Если у вас лапчатка белая, есть еще и в экстракте, тоже есть. Благодаря вебинарам, ступеням, семинарам СНГ, СНГ-2 перевернуло сознание. Ура! Спасибо вам, Андрей Андреевич, с низким поклоном к вам, ваша ученица. Спасибо. Сколько нужно носить ловушку для денег, чтобы был виден результат? Можно носить на себе, а не в кармане? Нет, нужно на себе носить. А результат начнется, когда те люди, которые рядом с вами находятся, начнут вас обожать. Что вы делаете для того, чтобы те люди, которые рядом с вами находятся, начали обожать? У меня был товарищ такой, он приезжает ко мне и говорит, я женился на девочке, ее очень люблю, она мне родила ребенка, но я очень не люблю ребенка ее от прошлого брака. Я говорю, представь этого ребенка, представь себя. И начни между собой и им, объедини кровью и начни делать так, чтобы на вдохе и выдохе кровь циркулировала. А потом произноси себе, он мне дороже, чем мой собственный ребенок, потому что его дал мне Бог. Если ты начнешь любить не своего ребенка больше, чем своего ребенка, тогда ты автоматически становишься благословенным человеком. Женщина тебя автоматически начинает обожать. И автоматически в твою сторону начинает течь материальное благополучие. Я даже когда-то говорил, почему Анджелина Джоли и с Брэдом Питтом, когда жила, взяла себе детей, одну из Китая, другого ребенка из России. Для чего это было сделано? Это сделано для того, что есть или существует эзотерический принцип, который звучит так. Если чужого ребенка любить больше, чем своего, то в твою сторону начинает течь популярность. Смогу я ли, Розалия, смогу купить квартиру в этом году? Нет. Халина Брандштеттер. Когда можно поехать в Россию? Живу в Австрии уже давно, но гражданство Украины. Лучше не едьте. Нечего вам там делать. Оксана Лысак. Подскажите, пожалуйста, есть ли эзотерический метод от выпадения волос? Есть такая книга, вот она называется «Магические методы лечения человека». Видите, давайте посмотрим, что тут написано по поводу волос. Может и есть. Итак, посмотрим. Выпадение волос замедлить написано. Итак, что нужно сделать? Можно, если прокалить на сковороде землю, после чего сложить в баночку так, чтобы в ней не было камешков. Когда моете голову, то необходимо сделать из этой земли кашицу и на несколько минут приложить ее к голове так, чтобы подсохло. После чего смыть, волосы перестанут выпадать и начнут более активно расти. Также это вот эзотерический метод. Еще есть метод такой, берете гусиное яйцо и смешиваете с порошком высушенной мяты. Крапивы. Смешиваете между собой, кашица, которая получилась, втираете в кожу головы. Третий вариант. Да, вариантов есть тысячи. Наталья Будзан. Сусіди зверху залили по каналізації, визнали свою провину. Казали, що компенсують шкоду, а тепер відмовляються, кажуть, що не їх провина. Чи є сенс позиватися з ними в суді? Якщо у вас був цей прорив зафіксований, була якась комісія, яка виразила і вираховувала
то, що вони зробили, і це було зафіксовано якимось чином, і є бумага така, що вони не відказались, то ви виграєте суд, можете судитися. Якщо такого нема, то вже ні. Вони казали, це не юридично, а вони підписали, це юридично. Потрібно було скаржитися зразу. Тобто взяли сусіді, які подивились, визвали ЖЕК, подивилися, що вони там накоїли, після чого написали, скільки ви підрахували, скільки це може коштувати, якщо там після цього сусіди поставили, а вони кажуть, добре, ми це поставили підпис. Якщо от цього всього нема, то вже все. Їх провина була б, якщо були б свідки. А зараз що? А зараз вже, а це коли було? Тоді. А чого ви не могли поскаржитись раніше? Ну, десь так. Валентина Перетягина. Здравствуйте, начала смотреть бесплатный семинар «Первая ступень» вашей школы. Подскажите, пожалуйста, могу я с детьми и внуками переехать в другую страну и надо ли? Не надо, но если захотите, можете. Альбина, рада вас слушать, восхищаюсь вашими знаниями. Спасибо, я обычный человек, такой же, как все остальные, не придумывайте. Почему у человека обычно возникают страдания? Вот такой вопрос, раз сегодня у нас поучительные идеи. Я считаю, что очень часто страдания у человека возникают в тот момент, когда человек сопротивляется жизни. Бог создал жизнь для человека и создает события. А человек сопротивляется, говорит, не хочу видеть, не хочу, не хочу. А надо принимать, нужно просто научиться принимать. Принимать, не обижаться, как бы перелетать. Есть такой вот момент, я его обычно говорю, не зацикливайтесь, перелетайте. Говорит, да, какая разница. Если вы сказали так, какая разница, это уже в прошлом, вас это не касается, вы перелетели. А если вы говорите, ой, да что ж это, да почему, да вообще, да сколько, вы там же живете, вновь и вновь переживая, вновь и вновь заставляя себя страдать. Ксения, огромное спасибо, вы дарите людям, вижу вас и радуюсь, счастья, мира, добра. Ой, спасибо. Неужели не работает микрофон? Да, микрофон не работает, да? Микрофон не работает? Ну, у меня сейчас вебинар, ты мне звонишь, а что ты звонишь? Да, да. Нет, нет, это не я. Татьяна Клизович. Андрей Андреевич, как можно отключить чужого двойника? Где можно обучиться и понять, что это и как убрать? Подключение читает и откликается на мои мысли, обладает личной волей. Если вы уже так чувствуете такого двойника, который отзывается, то скажите себе. Во-первых, пройдите мою первую обновленную ступень школы Кайлас. Я там очень-очень подробно об этом говорю. О подключениях, как они определяются, как их отключать. Но мой совет такой. Обычно любое подключение соединяет человека и того человека, который к нему подключается, нитью. Когда такая нить есть, то нить может быть в сердце, в грудь, в живот или там одновременно в виде цепи такой, или системы, или цепи. Когда вы ощущаете, то вы ощущаете это как точечное проникновение или массированное проникновение, но все равно через какие-то места в свой организм. Раз вы уже идентифицируете то существо, которое на обратной стороне канала. Между вами и этим существом есть канал. Он невидимый в этом мире, но он видимый в ментальном мире. То есть если вы представите, то вы можете четко этот канал обнаружить. Представьте, будто вы связаны с этим каналом, и там на той стороне существо, которое вы не видите. И подняв руку вверх, желательно правую, скажите,
больше быть человеком, которого вампирят и у которого забирают энергию, я не буду. С этого момента, пользуясь волей и человеческим решением на определение, я запускаю эту энергию в обратную сторону. И в тот момент, когда будете чувствовать, что из вас откачивают, то начинайте делать вдох, мысленно представляя, будто свет по этой ниточке от этого существа идет к вам. Таким образом, вы заберете энергию свою обратно, а то существо, которое делает это предумышленно, отдернет от вас вот такую нить. Вот так. Иван Хижняк, здрасте, как избавиться от навязчивых мыслей, когда кажется, что если сделать что-то не так, навредит эзотерически. Каждый день, утром и вечером садитесь и вот так вот глазами смотрите вверх. Если смотреть вот так, не поднимая голову вверх, если смотреть так вверх, то навязчивые мысли исчезнут. Вы слишком сильно переживаете. Навязчивые идеи — это психическое заболевание Кандинского Клирамбо. В случае, если навязчивые идеи не поддаются психической коррекции, а у вас, видимо, не поддаются, то вам, скорее всего, необходимо рассмотреть все в комплексе и начать курс лечения с использованием определенных препаратов. Такие препараты очень несложно подобрать в случае, если вы обратитесь к обычному психиатру. Потому что как эзотерически, да слушайте, не будете, вы будете, люди спрашивают, как эзотерически, зачем вам эзотерически? Вы не захотите эзотерически, а если я вам и скажу, делать не будете, ведь я вам раньше сказал, вы же ничего не делаете. Ну и зачем вам? Это у вас навязчивая идея, это Кандинского Клирамбо. И сколько бы у вас не было там знаний, вы еще там 1000 человек спросите, что делать. И вот это слово «что делать» — это и есть заболевание. А без «что делать» вы уже не можете. Это знаете, как у людей, у которых есть какие-нибудь психические заболевания, допустим, маниакально-депрессивный психоз, то появляется навязчивая идея, человек говорит, что мне делать, вот у меня что-то со мной должно произойти, я буду жив, я останусь жить, что со мной будет, я смогу жить. Этому человеку можно объяснять в этот момент, да будешь ты жить, тебе ничего не угрожает. Он эти слова не слышит, потому что его сознание ориентировано только на ощущение вот этих состояний, которые с ним происходят. И в этот момент такому человеку нельзя помочь никакими психологическими методами, ни эзотерикой, ни там шамаизмом, ни какими-то обрядами. Ну, обрядами можно, но никто не захочет. Дело в том, что обычно такие вот проблемы, как там наркомания или там алкоголизм, это грубо существо, человек, и обычно по левую сторону от него, по правую сторону от него находятся определенные вибрационные поля. Вот там находятся случаи, если алкоголизм большая такая, большой слизнячок, похожий на улитку. И вот он ползает по человеку, откладывая такие круглые жидкие кристаллы, вползает в человека, откладывает яйца в его сердце и в голове, ну и растет бесконечно. Человек пьет, 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 а потом слизняк вырастает, и человек уже за пределы слизняка выйти не может. А что делают эзотерики, которые видят и которые умеют? Они могут взять вот этот слизняк и вынести его за территорию этого человека. Но попробуйте потрогать слизняка, потом руки в такой слизи, что вымыть невозможно. И потом вот эта слизь, ею можно даже кого-то заразить, себя, близких и так далее. Начнут бухать все. Поэтому здесь нужно использовать другие методы, они тоже существуют. Это методы переворота в астрал этого слизняка, методы звать его при помощи определенных эзотерических слогов, которые закрыты от обыкновенных людей, ну и там проводить обряды, как бы оттягивая такое, ну, такое существо. При наркомании еще жестче. Там вообще энергия такая, она как проникает прямо через голову. С ней нужно работать по-другому. С ней нужно работать по-другому. И больше необходимо работать с человеком и его сердцем. Потому что если здесь слизняк ползает по человеку, то при наркомании это как некая птица красного цвета, Гаруда. Она садится на плечи и проникает своим клювом через голову прямо в самое сердце. Цели первой и второй энергии — забирать воду души. Что это такое? В нашем теле есть куб души. В нем плавает душа, это наша рыба.
или рыба человека, душа человека. Там находится жизненная вода этой души. Пока вода там есть, душа счастлива. Тело состоит из земли энергетически, а жизнь — это огонь, который горит в этом теле. И цель любых вот таких энергий, которые хотят там, чтобы человек пил, или хотят, чтобы человек принимал наркотики, это проникнуть в середину человека и забрать небольшое количество этой жидкости, этой воды. И чем меньше воды, тем хуже человеку. И когда воды там 50%, рыба еще нормально себя чувствует. Когда воды меньше, то тогда рыба начинает страдать. И конец этого всего — это гибель души. Поэтому люди, которые очень долго принимают наркотики и умирают от этого, иногда эти люди уже не могут переродиться в следующей жизни и не могут переродиться и в прошлой жизни. То есть это путь в одну сторону. Но такое очень редко бывает, обычно до этого не доходит, человек умирает от заболевания. То есть нет таких наркоманов, которые 90 лет прожили и умерли от старости. Ой, так вкусно. Обухотворенно. В четках из Рудракши имеет значение деление семян? Не имеет. Благодаря рекомендациям, семинарам, вашим практикам я встретила хорошего человека и скоро выйду замуж. Ура! Екатерина, я вам искренне это, искренне вам этого желаю. Вы такая молодец. Скоро буду участвовать в марафоне 11. Первый раз за 4 года, это здорово. Буду вас с радостью ждать и видеть. Получится купить автомобиль в 2024? Получится. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, что означает, если у деток щербина между передними и верхними зубами? Говорят, что если щербина между передними и верхними, будет мега счастливым человеком, будет иметь крепкую семью и будет жить очень удачно. И это есть такие вот понятия, особенно в иудейских семьях. Если девочка или мальчик рождается, у них такие щербинки между передними, верхними и нижними, говорят, будет мега-мега богатой, знаменитой, счастливой, удачливой, успешной, везучей и так далее. То есть это очень хорошие признаки. Елена Джакушева. Теперь понятно, почему по семинару Кубики легче работать с алкоголизмом, а с наркотиками сложнее. Ну да. Собрались переезжать к сыну, но жить отдельно. Правильно? Правильно. В городе, где живем, мне плохо по состоянию здоровья. Да, есть. Вам худеть надо. Резкая острая боль в плече. Не могу завести руку назад. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Возьмите мочу утреннюю и натирайте каждый день мочой. 2-3 раза в день. Возьмите каштаны. Возьмите, знаете что? Возьмите нашатырный спирт и место вот это, где болит, натирайте нашатырным спиртом. Именно нашатырным, не камфорным. Артем Карев. Андрей Андреевич, простите, но у внука Максима страшное заболевание, термин медицинский не помню, и пилу. Не знаю такого, к сожалению. Иван Хижняк. Что лучше развивать, один имеющийся бизнес или пробовать открыть еще? Пробовать открыть еще и развивать тот, который имеется. У вас все нормально будет. Виктория, здравствуйте, скажите, как вести с людьми лицемерами, как сказать с двуличной спасибо за ответ. Сегодня говорил, начинайте принимать людей. Какой бы человек ни был, он живет свою жизнь и имеет право на то, чтобы жить такой жизнью, как ему хочется. Есть такое понятие, допустим, как ваш выбор жить или общаться с тем, кто вам нравится, и не общаться с тем, кем, кто вам не нравится. Поэтому старайтесь максимально сделать так, чтобы жить с теми, с кем нравится, общаться с теми, с кем нравится. Но если по работе кто-то лицемер, ну а вам какое дело? Флаг ему в руки, он же строит свою жизнь, а вы свою. Примите, отпустите, перепрыгните, мне все равно. Я уже раньше говорил, слушайте, в случае, если в вашу спину кто-то плюет, это говорит о том, что вы популярны.
И никогда не поворачивайтесь, а это значит обращать внимание на это, лицом. Почему? Потому что когда в лицо плюют, то это уже плохо. А пока в спину, то никто не увидит. Поэтому, если плюет кто-то в вашу сторону, флаг им в руки, вообще, что вы на это обращаете внимание? Лицемер, ну и что, будьте, это ж их жизнь. Их за это Бог наказывает, а не вас. Вам-то что? Что вы на это обращаете внимание? Человеческие тени, скрытые аспекты нашей личности, приводят к самоограничению и страданию. Их нужно осознать, принять и даже посострадать им. Также понять, что мы несем ответственность за такие поступки. Соединение противоположностей данных теней с разделением себя помогают справиться с этими состояниями. Приходите на мой марафон, который называется «Марафон здоровья». И я вам расскажу практику ваших теней и буквально за несколько дней устраню то, что вас очень сильно беспокоит, очень сильно тревожит, очень сильно заставляет вас, мучает вас и так далее. Какие будут использованы практики во время проведения данного марафона? Сейчас я вам расскажу. Так и расскажу, а что ж. Если я еще вспомню, где я это написал. И где я написал это? Сейчас я пока ищу. Если болит плечо, если подагра, сок морковки, сок свеклы и сок алоэ напополам смешайте. И добавьте туда еще третью часть спирта или водки и меда. Так, чтобы получилась вот такая густая кашка. Меда, ну или не густая, можно не густая. Принимайте по чайной ложке 2-3 раза в день подагру вылечить. Прошла 4 ступени школы, но имя ученика мне так и не присвоили. Много раз писала, но никто не ответил. Куда писали? Насколько важно имя ученика и как его получить? Написать мне в Телеграм. Стоит ли начинать свечной бизнес с сестрой мужа? Стоит. Там сестры муж еще такой, знаете, у вас. Как бы так себе. Опять-таки, подставляете меня, я бы не хотел говорить хороший человек, плохой человек или еще какой-либо человек. Это меня вообще не касается. Так. Ага, сейчас скажу. Что будет во время проведения марафона 11? Я дам вам уникальные навыки самоисцеления. Помогу повысить уровень энергии и жизненной активности, улучшу физическое здоровье, помогу вам и объясню, как правильно дышать, какие существуют методы дыхания, объясню и научу, как медитировать так, чтобы релаксировать, будем укреплять иммунную систему, борьба со стрессом, тревожностью, разберем, почему появляется психологическая нестойкость, расскажу, как воспринимать жизнь позитивнее, объясню, что такое навыки саморегуляции психики, эмоций, тела, физические, как устранять боль, как выносить боль, как подавлять боль. Объясню, как повысить уровень самооценки, справиться с трудностями, депрессиями, равнодушиями. Объясню, что такое вдохновение, как саморефлексию найти в себе. Объясню, как разделять болезнь от своей жизни. 100% улучшим качество сна. Объясню или дам тибетские, китайские, всевозможные индуистские, иудейские, там целую кучу всего методов выбора пищи для того, чтобы похудеть. Объясню, как похудеть. Там такие нюансы дам, допустим, человек говорит, у меня гипертония, я там скажу, там человек пишет мне, у меня гипертония, и я тут же просматриваю, что вот можно сделать дома для того, чтобы гипертонию убрать. Допустим, было вот так. Человек пишет, Андрей Андреевич, у меня гипертония и геморрой, чем мне лечить? И мне показывают, для того, чтобы вылечился этот человек в домашних условиях, он каждый день должен съедать по 1 зубчику чеснока во время, там, 6 часов утра, 9 часов дня,
потом там 13 часов вечера и 6 часов вечера. Я ему говорю, вот в это время съедать. 10 дней проходим, на 10-й день человек пишет, ни геморроя нет, гипертония не поднимается, сколько времени принимать? Я говорю, 12-15 дней. То есть вот таким образом устроена работа, она происходит индивидуально, дневные, ночные практики, каждый день по 2 часа утром и вечером, по-моему. Много всего, удаление там всевозможных проклятий, там, ну и такое количество методов, их около 200 или 300 штук. То есть перечислить даже и рассказать о том, что будет, даже мне сложно. Но эффект будет потрясающий. Почему? Каждый следующий марафон лучше каждого предыдущего. Понятно? Наталья Никофоряк. Привіт з Італії. Привіт. Ви для мене поміняли світогляд. Побажайте мені щастя. Наталя, чому привіт? Чому привіт? Ми що, такі любі друзі? Чи ми там так знайомі, що зі мною можна на привіт? Ну чого це? Ну що з вами? Ну що, разом випивали чи що? Побажайте. Бажаю. Більше поваги. Хочу лечить пиявками, что вам мешает? Лечите. Можно уточнить, если щербину между зубами выровнять брикетами, удача не исчезнет? Не исчезнет. Скажите, выезжать из оккупированного города? Да. Три кошки не могу их бросить и боюсь. Зря боитесь. Выезжайте, потому что ни кошек не будет, ни вас. Длина линии ладони говорит о ее продолжительности не всегда. Говорит о наличии земли у человека. То есть, если много земли, то это гипотетически может сделать человека долгоживущим. Но человек же может употреблять, нервничать. Тогда длина этой жизни, она не может быть такой длинной. Готовлюсь к операции вальгус. Как пройти без опаса? У вас все хорошо будет. Не переживайте, будете очень довольны. Во сколько лет найдет себя и сможет зарабатывать мой старший сын? Ай, смешная какая, молодец. И зачем мне это, скажите мне? Ваш старший сын, зачем он мне? Во сколько сможет, во столько будет. А вы уже зарабатываете, а вы уже хотите деньги поделить, я понял. Человек обязателен на марафоне, лучше обязателен. Ну и мои дорогие друзья, сегодня я прочитаю еще раз то, что я готовил для сегодняшнего семинара. Приготовил 10 страниц, но прочитаю только одну, потому что все остальное были ответы на вопросы. Весь мир и все живые существа объединены между собой в единое сознание. Это некая сеть, земная сеть божественного поля, рассказал. Один из основных элементов человеческого счастья заключается в прощении. Но мы часто готовы обижаться на тех, кто нас любит, и прощать тем, кто нас ненавидит. Это и есть формула. Прощайте тех, кто вас любит, и наоборот. Идентифицируйте негодяев, так как в едином божественном поле земли они должны быть видимыми для других людей. Есть ли у человека ценность в этом мире? Конечно. Каждое человеческое существо тем ценнее, чем больше радости создает и испытывает. Какой самый короткий путь человека к духовности? Это путь развития добродетели и сострадания. Чем человек лечит другого человека? Это исключительно состояние доброты, поэтому человек, целитель, должен развивать именно это качество. Почему у человека возникает страдание? Я думаю, что из-за сопротивления к реальности. Можно ли научиться этому? Да, для того, чтобы не было одних и тех же ситуаций, нужно научиться принимать и перелетать то, что было. Человеческие тени. Существует определенная такая тема или интересная такая идея о человеческих тенях. Это тени счастливого человека, тени несчастного. Скрытые аспекты нашей личности, которые приводят к самоограничению и страданию. Их нужно осознать, принять, посострадать им. Также понять, что мы несем ответственность за такие поступки, которые создаются нашими тенями. Что я буду делать во время марафона 11? Одна из идей моих — это соединение противоположностей данных теней с разделением человека. И я так думаю, что это может помочь человеку справиться с очень тяжелыми заболеваниями. И это один из методов, и один из 300 методов, наверное, 500 методов, которые будут использованы мной на проведении данного марафона 11. Ну и я желаю вам успеха, счастья в жизни.